Ты ничего? Не надо вот мне тут. Что, типа, не было у вас никогда такого момента, когда вы что-то сделали, а потом, короче, через несколько секунд осознали. Я так... я вообще крызи, что я сделал сейчас? Типа, не было такого у вас никогда, да? Ну-ну. Ну-ну. Так, ну давай. Так, мне фуллскрин, наверное, надо сделать. Что я не подумал. Шла ты дальше? Иди. Бежать РБ, радуйся. Отлично. Так. Все правда? Что вы уже слышали? Болезнь. Она укрепляла кости, ускоряла процесс восстановления организма и регенерации ткани. Все правда? Каждое слово. Но если влияние было таким, зачем называть это болезнью? Чешекрылые что-то превращают человеческое тело в свое гнездо, где могли питаться что-то там телом. Да и не что иное, как болезнь. Но потом... С чего мне начать? С самого начала. Я стара, мистер Майя. Память не моя сильная сторона. Ну, к примеру, почему они называют вас мадам Свенска? Имя лишь след. Это наша визитная карточка, способ нас идентифицировать. Она представляет нас миру. Но разве она рассказывает нашу историю? Отражает, кем мы являемся на самом деле? Клянусь, что знаю еще 3-4 идиотов с таким же именем. Ну да. Но имя для нас... Нас не определяют, его нам дают, не убирают для нас другие люди, неважно, подходит она нам или нет. Не говорит о том, кем мы являемся на самом деле. В имени ответов не найти. Только повзрослев, мы становимся ответом на вопросы своего детства. Последние 30 лет, проведенные в Швеции, определенно повлияли на появление этого ласкового псевдонима. Поэтому я мадам Свенска. Но вы все равно вернулись в Италию. Почему? Потому что я забыла. Но забыла и то, что обещала помнить. Расскажите мне. Прошу простить меня. Да, моя память нужно подтолкнуть в верное русло. Меня всегда сопровождала песня, которая, как и имя, что вы столько часто упоминаете, прошла через всю мою жизнь. Если вы сумеете поверить мои странные, спутные воспоминания, порой кажутся невероятными, начинаются они как раз с имени. Чего? Дарил Артс представляет. Игра Stormind Games. Креативный директор Крис Дэрил. Главный играет Дэниел МакКрей, Адам Хэмингтон. Все, ну и хватит. И другие. Че не лагает? Надо еще фуллскрин включить. Так, мелкого, представьте, стратег. Да нет, вроде. Что-то типа стелс от третьего лица. Я так понял, еще и хоррор элементы. Еще и Джоди Фостер какого-то черта. Хотя это вроде не она.
Почему ты Джоди Фостер, алло? Я тоже... Вы тоже видите Джоди Фостера здесь? Знаете, Джуди Фостерс? Ну, этот... Как этот фильм называется? Про него вчера говорили, господи. Как про Ганнибала Лектора. Как... Молчание ягнят, ну. Там актриса, вот. Чего-то очень сильно на нее похоже. Подожди, курит в игре? Ух ты. Ух ты. Я знаю, у них Бюстон. Это слово бюст. Да. Ну ладно. Крис Дэрил, по-моему, сделал всю игру один. Если чё. Так. Кажется, ну вот, кажется, дождь собирается. Так, секунду. Это ужастик. Должен быть, по крайней мере. Сейчас, секунду. Настройки. Я надеюсь, что лагать не будет. На этом есть. Так. Ага. Чуть-чуть полагало. Я надеюсь, не будет больше лагать. Так, если будет лагать, кричите прям. Хоть что-то будет лагать. Просто я до этого фулскрин. Так, чё, на какой бегать? А, вот этот бег. Все, го домой, короче. Мне тут не нравится. Вам в другую сторону. А есть возможность сделать субтитры как-то по-другому? Потому что они чё-то какие-то слишком белые. Идрите, отдышка. Так, чё, улик нету никаких? Что-то. Режь там, режь тут. Ножница. Выходит на экран 31 октября 1971 года. Если вы сделаете этот фильм, я буду счастлив. Потому что нет ни одного фильма по Clock Tower. Пожалуйста, сделайте фильм по Clock Tower. Ну это уже прям сходу напоминает Clock Tower на самом деле. Что-то такое есть. Пропала без вести в четверг 14 октября 1971 года. Последний раз была замечена в 16:00 на игровой площадке. Дата рождения 8 февраля 1958 года. Пол женский. Европеой. Пеоита. 13 лет. Светлые волосы, голубые глаза. Перед исчезновением была одета в белое платье с бантами. Белые туфли, волосы заплетены. Располагайте какой-либо информацией, видимо, просим позвонить по номеру. Okay. How you doing? Не отвлекаемся. Не отвлекайся. Санёк, не отвлекайся. Доктор Ричард Фелтон. Нотариальная контора? Вот это Unreal Engine, это сразу видно. Текстуры хер пойми, как прорисовываются. Кто это? Yes, да, здравствуйте. Я доктор Рид из Института Святой Маргариты. Мне жаль, но мистер Фелтон более не является пациентом. Я знаю, именно поэтому я здесь. Hello? Алло. Ахихай. Anyone? Ахихай. Тоник.
Мне всегда неспокойно, когда смотрю на иконы. Иконы и зеркала? Чего тебе неспокойно? Это тупик, да? Сюда нельзя идти. Да? Я ж правильно понимаю? А чё, нельзя было раньше это сделать, ну? Какого хрена я так долго бежал? Серьезно? Ну это сто пудов Unreal Engine, прям вот как пить дать. Окей. Серьезно? Просто, да? Вот так вот войдем. Добраться до особняка доктора Фелтона. Зайти в особняк, встретиться с доктором. Видите? Забор. Так, что мы еще умеем? Сейчас я не могу этого сделать. Чего конкретно? Хм. Прикольно. Окей. Как начнутся монстры, я пойду. Здравствуйте, ворота были открыты. Вы дома? У него голос такой, прям курильщика. Ау. Кто-нибудь есть? Мы точно в хорроре. Сто подов мы в хорроре. Там кто-нибудь есть? Да. Резик для бедных. Нет, это Clock Tower, я думаю. Все-таки. Еще тут есть, я так понимаю, стелс. Из того, что я увидел в трейлере. Так что это точно не резик. Все такое бледно-мутное. Боже. Те кого-то убивают уже, слышь? Не пугай, в смысле? Я зачем тут сижу пугать? Бэ! Это я на тренировке после двухнедельного больничного. То это Unreal Engine. Кассена грузится, я идрю. Прям попало даже. Добрый вечер, мисс Рид. Вы уже представились по домофону. Как я сказал, мистер Фелтон больше не является пациентом Института Святой Маргариты. Я знаю, пришла сюда добровольно, не от Института. И какая цель вашего визита? Я лично пересматриваю ваши дела. Причины, реагенты, я абсолютно уверен, что есть другие способы эксперимента, которые стоит попробовать. Я пытаюсь убедить институт в том, что в патологии вашего мужа есть что-то там. А, нет, боже, я лишь помогаю, я его сиделка. Ой. Я не знал, ничего. Вы, наверное, хотите поговорить с ним.
Спасибо. Прошу прощения за темноту, мистер Филд, но проблемы со зрением ввиду недуга. Как бы то ни было, я Глория. И, пожалуйста, воздержитесь от курения в здании. Мистер Фелтон не переносит запах табачного дыма. Простите. Но там уже два бычка было. Играем за Джона Константина, судя по всему. Господи, ты еще медленнее можешь ходить, пожалуйста? А, конечно, ты бегать не можешь в помещении. Дурная привычка. Курение? Да, какая жалость. Вам стоит бросить. Вы не представляете, как это вредно. Только для здоровья сигареты еще и стоят дорого. Хоть время и деньги. Мне каждый день столько дел, что я не могу позволить себе размениваться на так удобную привычку. Помогаете мистеру Фелтону каждый день? Нет, только с полудня до восьми. Затем домой иду. Я живу поблизости. Когда ему нужно, он пишет мне на пейджер. Но это не часто бывает. Обычно жена о нем заботится. Чего вы мне можете сказать о ней? Она обычно уходит, запирается в спальню, когда я здесь. Кажется, они, похоже, не ладят. Я не знал. Но знаете, когда она дома, и то слушает одну и ту же музыку, одну и ту же песню, снова и снова. Господи, как же здесь темно, и нихера не видно. И бегать нельзя. Ху, сапоги! Сюда, пожалуйста. Мистер Фелтон подойдет через пару минут. Хорошо. Богоматери, молодая девушка потрясенно вглядывается в небо, и на нее нисходит свет. Что-то не так с мрачного грозового неба, к ней спускаются отвратительные руки постороннего существа. Мне не по себе от этой картины. Ну, дальше ты пытался. Я не богу, игры нет. Нотариус, покровитель, предприниматель и даже энтомолог, любящий копаться в саду. Открывается ферма мистера и миссис Фелтон Росса Галла, обнаружен риск заражения. Невинные Фелтоны были обвинены в преступной деятельности против потребителей и работников. 2 октября 1971 года ферма Росса Галла, гордость семьи Галла, была закрыта из-за подозрений на заражение. Поступили сообщения о том, что многие продукты были заражены токсичной пыльцой, способной вызвать обширное заражение паразитами. По делу владельцы Арианы Галла, в правом верхнем углу ее мужа, нотариуса Ричарда Фелтона, в правом нижнем углу, и профессора, тут шрифт очень мелкий, и профессора и партнера компании Альберта Элиаса Вимана,
на большой фотографии, ведется расследование. Предполагается, что сам Фэллон обвинил Вимана в эксплуатации компании для проведения экспериментов с фармацевтической продукцией и использования ее бюджета в собственных целях. Правда, предупреждение поступило от резидентов центрального штаба компании, которые следили за работой здания и жнецами. Сестрами прилегающего монастыря. На фото. Среди известных симптомов болезни язвы, рвота, размножение паразитов и в некоторых случаях чувствительность к свету. После этих серьезных обвинений Фелтона, Фелтон, и Ашманы получили множество угроз от самого Вимана, которого сегодня исключили из союза врачей. Виман заявил, что обвинения повергли его в шок и указали на своего бывшего партнера по бизнесу, Ричарда Фелтона, заявив, что тот лично его финансировал. Стоит отметить, что сам Фелтон, как его отец, финансировали проект Финоксил, лекарство, за которое сам Виман был в 1957 году номинирован за престижную награду в области медицины. Через несколько лет оно было изъято с рынка из-за губительных хвалочных эффектов. Тем временем даже в доме Фелтонов, который является местом распространения лекарства, утихла всяческая активность. Результаты скандала Ашмана и Фелтона полностью разорвали отношения друг с другом, так что мы также затребовали крупную материальную компенсацию за принесенный ущерб, так как заражены оказались даже их дети, которые использовали в качестве ничего не подозревающих испытуемых. Власти предполагают, что зараза распространилась через грунтовые воды, которые использовали не только для поливки ближайших плантаций, но и как источник питьевой воды для Ашманов и 12 сестер из соседних монастырей. Перевернуть? Что значит перевернуть? Что? Нет. Видишь, что обо мне пишут в новостях. Ты хотел меня очернить? Ну, я тебе отплачу. О, как отплачу. Начну с твоей дочки. Думаешь, она не в курсе, кто ее отец? Уверен, она будет рада узнать, что является его дочерью. Выкати яйца. Возьми на себя ответственность. Хотя, чего это... Я яйца? Тебе их никогда не было. Окей. Что-то прям целая статья ядрить. Ну что, игра зависла, что ли? Чё? А, заставка включилась. Вы верите в Бога, мисс? Но это было слишком легко, верно? Я в человеческую силу воли. Прочее вовсе не Бог, а людские бездействия и жестокость. Подобные сказки мне и нравятся в моем возрасте. Когда страдаешь от неисцеляемым недугом, ты начинаешь сомневаться. Откуда столько жизни в таких маленьких, но смертоносных существах? Судья. Вот кто нам нужен. Пусть это неправильно и безумно, но такая человеческая натура. Ровно такая же природа, которую мы чё. Однако, приношу свои извинения, я напрочь забыл о манерах. Прошу, садитесь. Он на Спенсера похож. Или резидент. Полагаю, вы доктор Рид. Прошу прощения, мистер Фелтон. Рада познакомиться. Значит, вы уже познакомились с Глорией. Да, она впустила. Она прекрасный работник. Очень трудно работать. Что-то там к нам. Не припоминаю, чтобы встречал врачей, как вы. Я польщена, мистер Фелтон. Начала работать в институте несколько месяцев после вашей выписки. А выписались вы из-за несоблюдения учреждением санитарных норм. Верно. В двух словах, они не знали, как меня лечить. Потом оставили меня умирать. Но, кажется, главной причиной стал не это. Несколько раз я отказывался от обследований. Мистер Фелтон, я могу чем-нибудь для вас сделать? Да, конечно, Глория. Узнай, нужно ли что-нибудь доктору Риду. Не-не, не стоит. Чашку чая, кофе, эспрессо. Не-не-не, спасибо. Как вы желаете. А вы? Не, спасибо, продолжу заниматься нашей гостью. Вы можете идти. Диагноз поставлен в 1958. Да, примерно тогда. Заразился этой болезнью медицинскими друзьями во время поездки в Египет. Становилось все хуже. Первые исследования были противоречивы, помимо самого недуга, также показала гормональную недостаточность. Передозировку неназначенными препаратами, наркотиками, феноксилом.
Разве его не запретили в середине 60-х, доктор? Вы же не думаете, что в наше время нельзя достать лекарство без рецепта? Пожалуй, да. Согласно вашему делу, по-прежнему получаете пенсию по инвалидности. Мне кажется, получается, получателем значится ваша жена, Ариана. Верно, она заботится обо мне, когда уезжает Глория. Насчет дочери? Дочери? Селеста так и не вернулась домой. Пропала без вести. Она ведь была удочерена. Да. Следователи подтвердили, что она ушла по собственному желанию. Возможно, похищение даже не рассматривали. Запроса о выкупе не было. Как насчет Вимана? Он не был подозреваемым. Разовое явление. Придурок, внесший суматоху, отправляя предупреждение. А ее кровный родитель. Доктор Рид. Юные девушки частенько решают взять и уйти. И именно это сделала моя дочь. Дженнифер. Что вы сказали? Временами вы называли ее Дженнифер. Нет, моя дочь, мистер Фелтон. Что на самом деле произошло с вашей дочерью? Я же вам сказал, как насчет версии не для протокола. Не знаю, чего вы пытаетесь добиться, но терпеть я этого не стану. У меня сейчас сил нету. Я знаю, вы пытаетесь забыть об этом, но, возможно, эта фотография поможет. Что это? Откуда вы взяли это? Разве это не ваша дочь Селеста, или как вы ее называли? Дженнифер. Я задал вопрос. Наоборот, в фотографии написано Дженнифер. Нет никакого Дженнифер. Думаете, я глупа, мистер Фелтон? Правда, считаете, что я пришла к вам, не имея представления, о чем говорю? Кто вы и зачем вы пришли? Вы явились в мой дом, чтобы угрожать мне своим снисходительным голосом? Угрожать вам? Что ж, возможно, не стоит расспросить вашу жену. Ее нет дома. Окажется, есть. Мистер Фелтон, я только что разговаривал с главным институтом по телефону. Я не знаю, кто такая доктор Рид. Она не та, кто... за кого себя выдает. Что, мистер Рид? Если, конечно, это ваше настоящее имя. Ваше время пребывания здесь окончено. Пожалуйста, покиньте мои владения. Мисс Глория проводит вас. Пожалуйста, проследуйте за мной. Мистер Фелтон, пожалуйста, скажите, что вы сделали со своей дочерью. Хорошего вечера. Следуйте за мной. Что-то это внезапно превратилось в какое-то безумие. Мистер Фелтон. Думается мне... Вы знаете дорогу. Как вы вообще... Как я что? Как вы вообще спите по ночам? Распоряжаете жизнями людей, не считая, считаясь их болью? Фелтоны прошли через много. Нехорошие люди. Глория, пропала молодая девочка. Знаем историю. В это время Фелтонов придется нести до конца их жизни. Селеста просто оставила их. Даже если дело в этом... Должна быть причина. Угроза ее жизни. Ты вообще кто еще тебе... Какой... Что? Приперлась тут со своими этими. Давай иди назад, ёпт. Чего? Че-то тут реально слишком много текста. Прям до хера. Может быть, изменится это скоро? Надеюсь, это изменится скоро. Если нет, это будет очень грустно. Два вопроса. Кто ты и что тебе надо? Как она аккуратно крылья взяла. Даже почти взяла его. Правда, он сквозь палец прошел. Но я не багую, нет. И тут начинается лютый одище, да? Снимайте туфли нахер.
Да, я сохраню игру. Ищите зеркало с метрономом. С этого момента можете сохранить игру только с его помощью. Зеркало с метрономом. Фонарик РТ. Посветить путь. Не забывайте его выключать, если не хотите себя выдать. Окей. Отвлечение. Можете отключить обучение настроение. Я не хочу. Y инвентарь. Средство отвлечения. Быстрый выбор вверх. Средство отвлечения используется в особых... используется в целях замедления и отвлечения врага. Можно взять с собой не более 3 средств. Сразу после подбора средства отвлечения вы сможете взять его из инвентаря или через быстрый выбор. Существует 3 вида средств отвлечения. Метательные. ЛТ прицелиться, РТ кинуть. Держать кнопку для прицеливания, чтобы прицелиться, удержать кнопку для броска, бла-бла-бла, кинуть его. Вы можете бросать эти предметы во врага, чтобы ненадолго его оглушить. Либо же в другое место, чтобы отвлечь внимание врага и освободить себе путь. Окей. Устанавливаем и установить на X. Окей, это типа приманка, да? Становится на дверях, удержите кнопку. Средство отвлечения, чтобы установить его на двери. Таким образом, вы сможете замедлить врага, понять его местонахождение. Короче, приманки и бросковые. Так, это метательное, хорошо. Самозащита? What? Благодаря средствам самозащиты вы можете ранить врага, если он на вас настиг. Когда противник готовится нанести фатальный удар, вы можете воспользоваться средством самозащиты, следуя инструкциям на экране. Вы можете взять с собой только одно средство самозащиты, каждое используется лишь единожды. Если вы не взяли с собой средство самозащиты, то вам не удастся выбраться из смертельных объятий врага. Ха. Окей. Генератор энергии. Лучше не буду выключать свет. Действительно. А то и так что-то темно. Есть настройка яркости. Что-нибудь, не? Нет, не желаю. Я хочу прибавить яркости. Да. Ну, да. Чуть поярче стал. Как ты в юбке? Как ты в юбке это делаешь? Ты даешь. Пришли в дом, чтобы воровать. Воруй. Так, инвентарь говорили на Y. Вязальная спица. Самозащита. А тут другой предмет, он пропал просто и все, что? А, она его просто бросила. Окей. Так, теперь я даже не понимаю, во что я играю, короче. То ли, блин, Evil Within? То ли это Clock Tower? Чуть не... Ты чё? Слышь? Это Мизл Серж. Думаю, пока ещё ничего страшного нет. Двери. Вы можете так вот, красться. А, открывать двери. ЛТ держать дверь.
За дверью может кто-то скрываться. Перед тем, как войти, вы можете взглянуть. Нет и по ту сторону врага. Тихонько подберитесь к двери. Красться и открыть дверь. ЛТ держать дверь. Окей. Не, подожди, что еще раз? Как? Подкрасться к двери, что нажать? Вроде А было написано, не? Есть тут карта. Спрятаться в шкаф. Ножницы. Игра себя так странно ведет, то есть, знаешь, мы только вошли, а уже, короче, нужно это, знаешь, типа, быть аккуратным, типа, собирать средства от лечения. Почему именно сейчас? Мы даже не знаем, что происходит. То есть, почему мы этим заниматься должны? Ну, все, уже лишние полезли. Тоже это странно как-то. Окей. Да как это работает-то, ё-моё? Управление. Серьезно? Ну почему же? Зачем мне смотреть обзор? Мне трейлера было достаточно, я видел, что это за игра. Кто это? Может, дальние родственники доктора Фелдена? Может быть. Может, он бессмертный вампир, я откуда знаю. Я видел про трейлер, что это стелс игра, все. И хоррор немножечко. Вот сика. Здорово, ребята, Данчи и Данчи Уин. Спасибо, Архимон, за 5 битсов. Привет. Так, там что-то, короче, чего-то не хватает. Откуда мне знать, чего не хватает? Кажется, дверь заперта с другой стороны. Так, вниз или вверх? Хотеть вниз. Тут, скорее всего, закрыто, да? Адриана. Блин, ушла, что? Ты хотела в это поиграть? Понял, понял.
Можно эту хрень выключить, пожалуйста? Так, как это работает? Вот дверь открывается, можно посмотреть? Ага, о, все, я понял. Теперь я понял. Найти что-то, чтобы запустить лестницу управления. Для панели управления лестницы нужны батарейки. Нужны руки, ёпта. Большой грузоподъемник соединен с верхним этажем. Управление отсюда не работает. Понял. Нажмите, чтобы улучшить средства самозащиты. Чего? Что? Улучшение позволит усилить особенности одного из взятых вами средств. Можно применить лишь одно улучшение за раз. Средство... Так, существует два вида улучшений. Урон увеличивает время оглушения врага, совместим с бочками и кислотой. Это бочка с кислотой. Прочность позволяет использовать средства самозащиты дважды, совместимо с катушкой. Окей. Не, ну ты делай, чё, какая разница. Чё ты там делаешь? Повышенный урон. Окей. Да это ей еще аукнется, что она в каблуках сюда приперлась. Что ты как говоришь вообще? Юкусь. Не надо такие вещи говорить. Особенно женщинам. Женщинам про других женщин. Нужно юбку снять. В смысле? Извращенец. Ладно, мы между собой, пацаны. Такие вещи можем говорить на девчонку, то зачем об этом знать? Боже, если сейчас кто-то просто выйдет из ниоткуда, я обкекаюсь, наверное. Так, что-то я не вкурил. Мы тут были? Чё такой дом-то большой, алё? О. Найти источник музыки, встретиться с мисс Фелтон. Рассвет исчезновения Селесты. Найти что-то необходимо, чтобы запустить управление. Да, это я понял. Так, это все не то. Нож. Да, походу тут придется очень сильно отбиваться. Это Джуди Фостер? Это первое, что пришло мне в голову. Но вроде нет. Эта музыка еще громче может работать.
на всякий случай. Юбка карандаш, окей? Ты с пацанами разговариваешь. В карандаше не очень бегать. Ну. Миссис Фелтон. Во фломике норм. В карандаше нет. Вы здесь? Про Ибки мы еще не разговаривали. Да. Пожалуйста, мисс Фелтон. Боже. Я так и думал, что она сдохла уже давно. Не, не играл. Я первый раз играю. Под кровать можно? Шкаф. Хорошо, хорошо, хорошо. Случилось, дорогая. Пластинка снова заклинила, да? Да, я знаю. Ты постоянно повторяешь, нам нужно купить на рынке новое устройство. Обещание, обещание, обещание. Как я могу тебе отказать? Теперь отдыхай, милая. Я маленькая Дженнифер. Дженнифер? Окей. Окей. Преследователи. Преследователи? Окей. Можете отключить это так, понятно. В этой области присутствует преследователь. Вы сможете его избежать, отвлекать или встретиться с ним лицом к лицу. Решение за вами. Красться. Понятно. Увернуться Б. Если следователь подберется к вам слишком близко, нажмите кнопку уклонить, чтобы избежать его атаки, если у вас достаточно сил. Окей. Пожалуй, я по-тихому как-нибудь пока. Так, тут что-то есть? И застряло что-то, закупорив его. Похоже на ключ от часов. Нужно найти что-нибудь, чтобы прочистить. О. Наверное, халат доктора. Че урвала-то? Чую предметы. Знак пропавшего предмета. Игрик, открой инвентарь. Хорошо. Хорошо, я понял, да.
Ключ от коридора на первом этаже. Ключ от коридора на первом этаже. Окей. Грузоподъемник соединен с нижним... Чего это? Сохранение? Окей. Дура, что же? Так. Чего там есть что-то? Стелс на каблуках. Тупая идея, конечно. Сейчас придется назад бежать с свободов. Это музыка. Так кто ящики-то все закрывает? Заняться нечем, что ли? Слышь, пес. Хуй ты ящики закрывает. Я просто не знаю, в ящиках может быть только этот... бросательные предметы или в ящиках может быть все что угодно. Ну хер его знает. О, господи, как же сложно здесь в этот триггер попасть. Так, мне нужно вернуться назад, честно говоря. Прочитать записку. Доктор Фелтон, кажется, у меня не осталось ни сил, ни смелости вас покрывать. Терапия безрезультатна. Произошедшее сегодня весьма серьезно. Я избавилась от записи, пересматривание сеансов гипноза пагубно сказывается на вашем психологическом здоровье. К тому же я не хочу, чтобы запись попала не в те руки. И не пытайтесь ее отыскать, я бросила ее в камин. Помимо этого, я переставил аккумулятор в часы с маятником. Поскольку проектор нам больше не понадобится. Береги себя, Глория.
аккумулятор. Часы с маятником. В нем есть аккумулятор. Окей. Что за часы с маятником? Что ты делаешь? Что ты творишь? Зачем? А, понял. Так, ну мы тут были уже, да? Та самая комната. Была записка, окей. Это я зря. Фрикся подписчик. Ёб твою! Stop, you stupid bitch! Ты? Do you really think you'll get away with this? Dr. Reed, are you doing some overtime? Да открой ты дверь, дура! Fucking cocksucker. Okay. Кто у нас самый стример? Я. Кто у нас не умеет в стелсы игры играть? Тоже я. Ты серьезно? Вы даже мне не объяснили нихера. Камон. Они не объяснили нихера. Чё ты? На-ка, сука! Нравится? Да в смысле пусто-то, ну? Ты серьезно? Нет, это я труп. Ну, начало положено. Вкусничка! Начало положено. Okay. Так, давай перевес сделаем. Удачно я салатик начала резать. Это точно.